бухгалтер. Милый мой бухгалтер, вот он какой. Такой простой. Бухгалтер, милый-милый мой бухгалтер. А счастье будет, если есть в душе покой. Существует стереотип о том, что бухгалтеры – это серьезные люди, сдержанные в проявлении эмоций. На самом деле это не так. Например, в нашем городе бухгалтеры умеют веселиться, что доказывают уже не первый год, отмечая свой профессиональный праздник. Мне сегодня сказали, что на самом деле очень удивлены. Вот были сегодня люди здесь вот перед нашим праздником. И сказали, что вообще-то, говорит, мы думали, что бухгалтера очень скучные, немножко зажатые, говорит, люди. В общем, мы очень удивились, говорит, вы такие веселые. Так как танцевали бухгалтера, на наших мероприятиях никто не танцевал. Я думаю, что люди, которые очень часто им приходится сидеть в замкнутом пространстве с бумажками, они скучают по вот этому веселью, выходу, адреналина, радости. Вот, им просто необходимы такие мероприятия. Это все такая вечеринка, которая плавно перетекает из одного в другое, и при этом есть определенная свобода. То есть ты можешь потанцевать на первом этаже, можешь пойти на фотозону, да, можешь подняться сюда и наблюдать за всем праздником вот сверху. И мне кажется, вот эта вот свобода, вот такая вечеринка, вот это будет главной фишкой сегодняшнего праздника. Впервые устроить шумную вечеринку для сотрудников финансового цеха решили год назад. Все прошло настолько удачно, что на этот раз гостей долго уговаривать не пришлось. Мне в прошлом году так понравилось на этом мероприятии. Я с таким настроением, прекрасным настроением сюда шла. Поэтому я хочу отдохнуть, насладиться общением, насладиться хорошей компанией. Где праздник, там обязательно звучат тосты и поздравления. Для бухгалтера лучшим пожеланием будет не терять ни одной копеечки, даже на бумаге, но и не забывать при этом о личном счастье. А пожелаю я любым бухгалтерам, чтобы они не расстраивались, когда у них баланс не сходится. Даже копеечка все равно найдется. Надо немножко отвлечься, допустим, выпить чай, попить или кофе. И снова вернуться к работе, и вы найдете эту копеечку. Прежде всего, счастье в личной жизни. Бухгалтера так много работают, что... И пусть все у всех будет хорошо. Будет много здоровья, много счастья, много самореализации и, самое главное, удовольствия. Напряженная работа требует качественного отдыха. Для того, чтобы в понедельник с хорошим настроением снова сесть за таблицы и графики.